праздники ярко и зажигательно отмечали брещане открытие главной лесной красавицы елки Московского района. В этот вечер здесь была самая зажигательная музыка и самая позитивная атмосфера. С друзьями и близкими, а то и целыми семьями люди пришли отдохнуть и повеселиться на ярком новогоднем празднике. Елка прекрасная, артисты прекрасно выступают, настроение прекрасное, поэтому всем хочется пожелать счастливого Нового года. Прекрасного настроения, крепкого здоровья, счастья, удачи и мира на земле. Сегодня очень классный, позитивный день. Я очень рада, что я сюда приехала. Очень много интересных героев. Очень круто. На этот концерт мы пришли со всеми семьями. То есть, если тебе было грустно, ты поднимешь здесь настроение. Тут красивая елка, хорошие персонажи, атмосфера очень хорошая. И с наступающим всех Новым годом! В самом большом районе города знают, как потрудиться, чтобы завершить год с хорошими результатами. Умеют и как следует отмечать праздники душевно и с размахом. А еще верят, что следующий год будет лучше и принесет с собой развитие и процветание. Московский район и дальше развивается. У нас началась застройка юго-запада первого. Плюс в заречной части в этом году начался строительство в юго-западе 5-м, строительство садика на 350 мест. На следующий год планируется его ввести в эксплуатацию и начать строительство садика на Вульке 3 по улице Рябиновой, этаж на 350 мест. Поэтому в любом случае жизнь идет, жизнь не останавливается. Радует о том, что наверное, количество многодетных семей, состоящих в чуть нуждающихся, и не уменьшается. У нас сейчас на территории Московского района проживает 3603 многодетных семьи, из них 362 мамы награждены орденом матери. Хочется жителям Московского района города Бреста пожелать, чтобы следующий год стал годом исполнения их самых заветных мечтаний, чтобы любовь близких всегда согревала. Мира и добра всем жителям города Бреста. А в это время праздничную атмосферу создавали зажигательное выступление артистов, а волшебная красавица елка сверкала тысячами огней. Новогодний забег и сказочная инсталляция от предприятий города стали настоящим украшением праздника. Предновогодний праздник – лучшее время, чтобы загадать заветное желание. Ведь нас учили с детства, что оно обязательно сбудется. Главное – очень сильно этого захотеть и всей душой в это поверить. В Новый год сбываются мечты, осуществляются все желания. И мы хотели бы, чтобы все жили в мире, достатке, в ладу. С наступающим 2023 годом и Рождеством! Людмила Лагодич, Андрей Щерба, Юрий Лемонтович, телекомпания БукТВ.